общем, что получилось из старой подушки рваной. Скотча штанины от джинсов старых одна штука. И бумаги. Тут получилось такой пока еще не совсем готовый, но сырой, но уже действенный. Не готов, потому что не порвать бумагу. Надо заламинировать в скотч. Получился очень интересный тренажер. Снаряд, инвентарь. Во-первых, для набивки. То есть можно держать у ноги, могут удары делать, можно на корпусе, там разные варианты защиты, еще вторую руку, будет очень классный. Потом для атаки, опять же, защиты. То есть можно помахать, покрутить, какие-то там, не знаю, удары поделать, это еще поднагружают достаточно исполняющие. То есть еще при наличии таких костюмов пробиться можно. И очень интересный момент. Можно воспользоваться как грибным поленом, то есть покрутить, легкий же вообще, очень легкий, безопасный, даже если упадет, не особо неприятности. И для гимнастики как таковой, там очень можно похвалить, короче, сделаем, будет отзыв на всю эту штуку. Ссылка в комментариях. В описании. Подписывайтесь на наш канал.